Иногда пожары приводят к катастрофическим последствиям, поэтому властям важно иметь стратегические запасы, как продовольствия, так и разных материалов. Этим в нашей стране занимается одно из самых закрытых ведомств – Росрезерв. Но даже оттуда люди умудряются что-то украсть или, наоборот, не донести. Чиновник из Прибайкальского отдела этого агентства закрывал глаза на недостачу зерна в государственных закромах. Делал он это, конечно, не бесплатно. За два года 67-летний бывший начальник отдела Росрезерва в Иркутской области получил почти 1 000 000 рублей. Деньги ему передавал руководитель частной компании. Взамен служащий помогал организации заключать договоры на хранение зерна Госрезерва, а также скрывал нарушения, в том числе недостачу продукции. Сколько таким образом Росрезерв недополучил зерна, остается только гадать, так как объем этих запасов – государственная тайна. Преступную схему раскрыли сотрудники ФСБ, расследованием занимались специалисты Следственного комитета, в итоге госслужащий предстал перед судом. Общая сумма взятки составила более 900 тысяч рублей. Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также выплатой штрафа в размере более 4 000 000 рублей.